Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики канала «С Ольгой на шестисотках». Вот так вот у меня заполонил укроп практически все гряды. Вот вовремя не выпало, а теперь вот такая красота. Но не об этом я хочу с вами поговорить, а о заболеваниях укропа. Оказывается, их очень много. Это и мучнистая роса, и циркоспороз. Но самое распространенное и опасное заболевание – это фузариозное увядание. Конечно, нам нравится, когда наш укропчик вот такой вот красивый, зелененький. Мы его с удовольствием срываем, кладем в соленье, в огурчики, в помидорчики. Но иногда с укропом что-то случается. Сначала начинают вянуть нижние листочки, потом они приобретают вот такую вот как бы красноватую окраску. Вообще это первый признак на любом растении, будь у вас томаты, будь у вас огурцы, которые увядают, это появление какого-то красноватого оттенка. Это не что иное, как фузариозное увядание. Постепенно вот эта вот болезнь продвигается вверх, и такой укроп просто полностью быстро-быстро увядает. Заболеванию способствуют загущенные посадки, теплая, влажная погода, ну и, естественно, наличие самой инфекции в почве. Что же мы делаем? Мы беспощадно вытаскиваем вот такой укроп. Особенно если он уже где-то до самых зонтиков у нас пожелтел, потому что накапливаются токсины, и такой укроп уже не пригоден в почву. Вытаскиваем, сжигаем, а почву проливаем биологическими фунгицидами. Это препараты на основе сенной палочки и триходермы вериды. Фитоспорин, споробактерин, глиокладин. Можно поливать аллерином Б и препаратами с триходермой. Триходерма вериды. И бактофит. Незамедлительно вытаскивайте из почвы вот такие вот пораженные растения. Вот хочу вам показать. Вот она уже совсем погибшая. Вот это уже недопустимо, чтобы на грядке оставался такой вот укроп. Иначе у вас на будущий год повторится все сначала. Здорового, красивого укропа вам, друзья. Пока.